Итак, добрый день всем участникам. Мы буквально совершенно недавно подумали, почему бы не воспользоваться таким случаем, когда все находятся на самоизоляции в большинстве стран мира, и почему бы не собраться с консультантом, не поговорить о ситуации в мире, о нашей профессии, о том, что нас ждет в ближайший год. Может быть, больше, то есть поговорить о избирательных кампаниях, которые впереди. И, говорю, опять же, вернуться к ситуации в мире. И мне очень было приятно, что нашу инициативу поддержал президент РПК Алексей Куртов. И потом мы еще, вот так сказать, пришли к нам и Европейскую ассоциацию с Игорем Евгеньевичем Минцевым. Поэтому у нас сегодня ориентировочно 4 часа работы. Будем надеяться, что мы не будем сильно выбиваться из графика. Большая просьба ко всем участникам отключить микрофоны для того, чтобы не было посторонних шумов и звуков. Всякое бывает на интернет-конференциях. И также просьба в связи с тем, что у нас участвуют 15 стран, относиться ко всем спикерам корректно, поменьше личностных каких-то высказываний относительно политиков и стран. И мы будем благодарны, если все с пониманием к этому вопросу отнесутся, и мы действительно проведем интересную дискуссию в кругу своих друзей. Сейчас хочу приветственное слово передать Алексею Куртову, президенту Российской ассоциации профессиональных политических консультантов. И дальше просила бы еще Игоря Евгеньевича высказаться тоже пару слов. Коллеги, я категорически рад вас приветствовать. Я от лица всех членов Российской ассоциации политконсультантов. И сам я очень рад, что мы такое мероприятие делаем. Аня, спасибо вам огромное, что придумали это и фактически организуете все это действие. Я знаю, оргработа большая, но идея того стоит. Мне кажется, у нас есть возможность сегодня поговорить о каких-то важных вещах, важных, которые будут еще более важными завтра и послезавтра. То есть сегодняшний день всем понятен, но что будет завтра, как мы из этого будем выходить, что мы будем делать, чего мы хотим, вот это, наверное, те вещи, которые бы очень хотелось сегодня с вами обсудить. По части ведения я, как один из ведущих вместе с Анной. Прошу вас, если появляются вопросы, у нас есть чат общий, пишите, пожалуйста, в чате вопросы, мы постараемся эти вопросы либо вам давать слово на задавание вопросов, либо задавать от вашего имени, ну, для того, чтобы сэкономить время. Собственно, все, хорошей работы, продуктивной. Еще раз спасибо большое, что все мы здесь сегодня собрались. Игорь Евгеньевич. Добрый день, дорогие друзья. Я также, в отличие от Алексея Куртова, который категорически всех приветствует, я просто всех приветствую, буду себя вести более скромно. И, естественно, нельзя не приветствовать такую замечательную инициативу, которая Ассоциация политических консультантов Украины осуществила. Ловлю себя на мысли, что чем больше нахожусь в самоизоляции, тем мне все больше и больше комфортно работать. Ну, скажите, как приятно прийти там к себе в рабочее помещение и сразу увидеть всех, без всяких куда-то поездок, и ты видишь 30-40 человек, и в комфортных условиях можешь провести несколько часов для работы. Я очень рад, что Европейская ассоциация политических консультантов так с большим удовольствием присоединяется к работе, но в своем очень ограниченном сегменте. Ограниченный сегмент связан с тем, что основной язык сегодняшней работы – это русский. И поэтому, к сожалению, только русскоязычные члены ассоциации, коих не очень много, могут в этом принимать участие. Но в любом случае, инициатива очень хорошая. Я, соответственно, так у меня будет возможность через 2 часа выступить, я более подробно хотел рассказать, в том числе и о том, что в рамках пандемии делает Европейская ассоциация, помимо своей презентации, которая у меня запланирована в программе, спасибо организаторам, что меня пригласили выступить. Так что еще раз хочу повторить, очень важно, что в
условиях, когда идет пандемия, наше профессиональное сообщество политических консультантов ряда европейских стран и даже некоторых других неевропейских стран принимают в этом участие. Я уверен, что с такими замечательными модераторами, как президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов и руководитель Ассоциации политических консультантов Украины, я уверен, что наша конференция пройдет очень интересно и плодотворно для большинства из нас. Так что всем нам хорошей работы. Спасибо.